Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас БТГ обогреватель на двух галогенах. Вот. Первый галоген, видите, вот он. И второй, две точки. Бесплатное небольшое освещение и отопление. Галоген в виде ламп, соединен параллельно. Значит, два галогена по 60 ватт. Соединенные параллельно. Расход тока 0. Нагрев колбы лампы свыше 100 градусов. То есть это можно применять как небольшое отопление для небольшой комнаты. Бесплатно. Что же показывают приборы? Сейчас мы узнаем. Так, что покажут приборы? Четырнадцать ватт – это активный ток. Сейчас я. Активный ток. Вот он. То есть применяем мы вот это устройство, понижающий трансформатор на 230 вольт, 0,17 ампера, со смещенным косинусом фи. 0,41 косинус фи. Дальше. То есть 14 ватт он может пропустить в направлении ламп. А обратно, ребята, сейчас. А обратно почти 40, как видите. В три раза более. То есть лампы берут только фазу и ноль с этого устройства, вот с этого, вот оно устройство. А ток производят сами. И светят, и греют. А теперь косинус фи. Косинус фи, видите, ребята, 0,33. То есть это БТГ-система бесплатного освещения небольшого и отопления для небольших комнат. Сделано оно на разделении тока. Видите, мы разделили ток посредством, еще раз повторяю, вот этой системы, понижающий трансформатор со сдвинутым косинусом фи. Косинус фи у него 0,49, мощность трансформатора 230 вольт, 0,17 ампера. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему и более подробно расскажу, как эта система работает. Итак, схема. Две лампы. Есть галоген в трубках, а это галоген в лампах. То есть колбы, а внутри галоген по 60 Вт, соединенные параллельно. Прогрев 100 градусов. Подключенные к трансформатору тока, понижающим 0,17, 14 Вт. Обратный ток равен 40, то есть трансформатор может пропустить отсюда с источника питания только 14 Вт. Но у нас вырабатывает система 40, поэтому ток возвращается назад. Общий ток тоже 40, видите, одинаково. То есть у нас здесь только реактивный ток, только ток, который... Эта система работает на своем токе, и у нас есть тут ток, пока прибор, который только возвращается назад. Мы ничего не берем, кроме, вот, я подписал, фазы и ноль. То есть мы берем разность плотностей или разность напряжений фазы и ноль. В результате разности фазы и ноль создается электровещество. В результате взаимодействия фазы по спиралям и ноль. Спирали взаимодействуют с окружающей внутри колбы. Колба нагревается и взаимодействует с окружающим воздухом, нагревая это самое поле, тепловое поле. А тепловое поле нагревает дальше комнату. Поэтому у нас КПД, видите, здесь 14,4. В три раза, то есть 300%. Наша система производит в три раза более,
чем мы подаем здесь на трансформаторе токопонижающим. Поэтому этот ток, он не расходуется, а отправляется назад. Благодаря этой системе вы сможете бесплатно прогреться зимой. Это годится для небольшой комнаты до 50 кубов. Не более. Лампы прогреваются, каждая лампа до 100 градусов Цельсия. Поэтому прогрев будет хороший. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального вам железного богатырского здоровья.